Всем привет! На связи Соколова Анна, проект Elite Infobiz. В этом видеообзоре речь пойдет про информационное агентство недвижимости «Инфодом», которому якобы требуются сотрудники на удаленную работу, которая не требует поиска клиентов, обещают оформление по Трудовому кодексу РФ. Все, что нужно вам, это 1-2 часа свободного времени в день, свободный доступ в интернет и желание зарабатывать от 30 тысяч рублей в день. Не в месяц, а в день. Суть работы в том, что данная компания якобы сдает в аренду всякие жилые и нежилые помещения. Заявок очень много, и они не успевают их все обрабатывать. Именно вы должны будете проверять, поступила ли оплата по договору, и нажимать «Заключить договор» или нажимать «Отказано». Вот в чем состоит вся суть. Все очень просто. Правда, никакой информации по этой компании здесь нет. Нету никаких реквизитов компании, ни адреса, ни телефона, ничего. Единственное, что здесь есть, это адрес почты. Компания, конечно же, скорее всего, является вымышленной. И вряд ли мы здесь сможем получить какую-то работу. Но я все же протестирую данный сайт, перейду в кабинет. Для меня открыли личный кабинет, теперь нужно выполнить задание. Здесь есть всего лишь по одной кнопочке, на которую мы можем нажимать. Очень, конечно, сложная работа, за которую вполне должны оплачивать 30 тысяч рублей в день. Идет подготовка и отправка договоров. Зачем нужен человек, нажимающий на одну единственную кнопочку, вообще непонятно. Повторяем тот же самый процесс. Опять происходит загрузка заказов. Идет расчет заработанных мною средств. Итак, буквально за 2 минуты я заработала 44 365 рублей, нажимая просто на кнопочки. Если я нажму «Вывести», то, конечно же, просто так вывести я их не смогу, потому что у меня нет идентификационного номера сотрудников. Верификация платная. Сколько она стоит, пока здесь не указано. Давайте узнаем, нажмем кнопку. Итак, верификация стоит 163 рубля. Если вы ищете работу и наткнулись на этот сайт, то, думаю, сразу поймете, что за 2 минуты заработать 40 тысяч рублей – это нереально, а то, что требуется у вас деньги – это вполне логично. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на сервисе ePay, которому принадлежит данная страница оплаты, я нашла автора этого сайта под ником «Кокос в нос». В дополнительных ценах к сайту как раз есть этот платеж, который мы должны сейчас оплатить. И потом нужно будет платить еще 525 рублей за создание привязку счета к номеру сотрудника, 913 рублей привязка электронной подписи и 2125 рублей заключительная оплата за подписание договора. Компания, которая якобы хочет устроить вас официально по Трудовому кодексу РФ, почему-то требует с вас вот такие вот немаленькие деньги. Конечно же, это все является обманом и настоящим разводом. Но, тем не менее, я оплачу этот платеж, чтобы вы убедились, что дальше с нас опять будут требовать деньги. Пока поставлю видео на паузу, и когда оплата будет зачислена, вновь возобновлю видео. Итак, закрепительный платеж оплачен. Происходит проверка оплаты, идет присвоение идентификационного номера. Номер успешно присвоен, но опять-таки я не могу вывести свои средства, потому что к номеру не привязано ни одного номера счета. Теперь нужно создать и привязать счет, как и ожидалось. И нажимая кнопку, я опять попадаю на страницу оплаты. Теперь нужно оплатить уже большую сумму, целых 525 рублей. И как мы с вами видели, это не последний платеж, платежи становятся все больше и больше.
И, конечно же, оплачивать их точно не стоит ни мне, ни вам, потому что мы просто потеряем свои собственные деньги. Никто не предоставит нам никогда никакую работу. Нажимая кнопочки за 2 минуты, никогда вы не заработаете 40 тысяч рублей. Все это сказки и все это наживка для доверчивых людей, чтобы вы тратили свои деньги. Поэтому этот сайт я вам категорически не рекомендую. С вами была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Всем пока!